Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет, товарищи, ёб вашу медь, блядь. Сегодня у нас, блядь, Ulefone Future 4G Fablet Grey. По скидке, блядь, $240, нифига себе, блядь, ты шо, нахуй, 240 накинули, 240 скинули, короче, нормально, блядь. Вот, и тот телефончик такой у нас, блядь, 5,5 Кернин Горилла Глаз, короче, экран 5,5 дюймов, блядь, 6 Android, 4 гига RAM, 32 ROM. Так, процессор у нас 64-битный, октокор, 2 ГГц, 5 мегапикселей фронталка, задняя 16, камера, так, USB Type-C есть, да? Да, Type-C, точно, Type-C, сенсор, Miracost какой-то, блядь. Так, вот, блядь, я сразу так и не раздуплился, короче, дюну, блядь, сканер отпечатка пальца, смотрю, в картинках есть, блядь, а так нету, блядь, а оказывается, он, блядь, сбоку, блядь. Суки, спиздили у Sony, блядь, этот нахуй тему-то, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Helio P10, а чё хэ... А, точно, блядь, это ж маркирация Helio P10, ёб твою мать. Так, он credibly free gaming experience, блядь. Да ты что ты, блядь, набирает 51 тысячу баллов вон тут, он, блядь, gaming experience, блядь. Охуенный игровой аппарат, блядь. А вот и сканер отпечатка пальца. Да, вот такой вот у нас сканер, блядь, отпечатка пальца. Ну ладно. Ладно, поехали, чё там дальше, посмотрим, блядь. Так, спецификации, шмиссификации, ну тут, конечно, один гибридный слот, вернее их два, ну как бы лоток один, вот, и он гибридный, блядь. Моду такую дебильную взяли, блядь, что, блядь, нельзя, блядь, сделать, как сделали в этом, там, короче, телефон, забыл, как называется, короче. По-моему, Elephone, да, Elephone, кажется. Там сделали, короче, слот с тремя разъемами под флешку отдельно и под две сим-карты. Вот это круто додумались ребята сделать, блин, давно пора так сделать. Сколько уже пищали люди, блин, давайте, делайте, 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 никто не делал, блядь. Сволочи, USB Type-C, какой стороной хочу, верчу, хочу, вставляю, так, прикольно, так, 3000 махов батарея. С IPS матрицей, конечно, этого мало, на день хватает. Суперчарджер, так, за 60 минут, чё? Полностью заряжается за 60, нет, charger will fill up battery in 60 минут, да, за 60 минут полностью заряжается, прикольно, это хорошо, что за час полная зарядка, да, у меня в телефоне, кстати, тоже быстрая зарядка, и, блин, ох, какая она классная штука вообще, раньше, блин, телефон, блин, 2 часа, 3 часа заряжался, а тут, блин, за час, блин, и все, и полностью заряд. А за 10 минут он у меня, короче, заряжается, что там дофига, по-моему, на 40% или больше, что-то такое. Ну, короче, быстро заряжается. Реально, на 10 минут поставилось, когда ты спешишь, там, раз, зарядился, все, побежал. На полдня хватает. Нормально. Даже больше, чем на полдня, может до вечера дотянуть, если в экономный режим закинуть. Так, тут у нас отзывы, типа, отзывы. This device contains NFC, this item... Ага, нету NFC, короче, у этого аппарата. Херово. А магазинчик-то у нас, кстати, я не сказал, Gearbest. Так, ну ладно, телефон-то мы посмотрели. Вот такой вот у нас аппаратик тут, типа со скидкой, блин. Ну, фиговая скидка у них. Если бы делали уже такую же нормальную скидку, то, блин, накинули, скинули. Ладно, пофигу. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, блять, подписывайтесь на канал. Ну, нечего, блядь, здесь сидеть, что трудно, блядь, мышкой кликнуть, что ли? Ребятки, все, всем пока.